Осенью вы ведь и с Виктюком, да, собираетесь что-то Я делать? Лично с Виктюком не работаю, но у него задумка называется «Реквием по Радамесу». Это там заняты три наши молодые актрисы. Ольга Александровна Аросева, Вера Кузьминична Васильева и Леночка Образцова. Замечательная Образцова. Вот три такие дамы. И мы очень, очень рассчитываем на этот спектакль. Потому что Виктюк сумасшедший, Рома, человек. Ну, по-хорошему. Да, наш друг большой. И он увлечен, они увлечены. Ругаются, ссорятся, пьют коньяк, пишут друг другу стихи, целуются, опять ругаются. Если учесть, что на круг им, они возраст свой не скрывают, значит, на круг им где-то около 200 лет, поэтому, а то и больше, втроем, то это дело такое.